Добавь в свою коллекцию новые уникальные вещи. А наше видео в этом поможет. У моей подруги Блонди такой скучный телефон. По нему можно вести только скучные разговоры. Но я это исправлю. Сделаю для нее сюрприз. Веселый чехол с яркими пончиками. Берем прозрачный силиконовый чехол для телефона. Выдавливаем термоклеем объемные колечки разных размеров. Застывая, они становятся похожи на пончики. Раскрашиваем их разноцветными лаками для ногтей. Сверху на каждое колечко добавляем цветную глазурь. И закрепляем рисунок прозрачным лаком с блестками. Пока подруга отошла, я надеваю свой яркий чехол на ее грустный телефон и прячу его за подушкой. Куда подевался мой телефон? Где я могла его оставить? Она никак не может его найти. Придется помочь. Я делаю звонок, и Блонди находит телефон под подушкой. А вместе с ним и мой яркий подарочек. Разноцветные колечки-пончики порадуют кого угодно. Наушники снова раздражают тебя. Они что, играют в твистер в твоем кармане? Успокойся. Маленький кит все решит. Обводим телефон на листе синего фетра. Нам нужны две одинаковые детали. Отмечаем припуски около 1 сантиметра. И вырезаем. Переворачиваем фетр и склеиваем обе детали по краям. Одну сторону оставляем не заклеенной, через нее выворачиваем чехол на лицо. Из розового фетра вырезаем силуэт кита. Шаблон мы предварительно сделали из бумаги. И приклеиваем туловище на синий чехол. Хвост оставляем свободным. На плавник хвоста клеим липучку. Другую сторону липучки приклеиваем к чехлу. К спинке кита приклеиваем желтый фонтанчик. Черным тонким маркером рисуем закрытый глаз с ресничками. Милый мягкий чехол готов! Теперь прячем в него телефон, а наушники наматываем на хвост. Подруга дарит мне кита. Своим хвостом он укращает все наушники. Теперь точно ничего не запутается. Кит следит за порядком. Я довольна как слон, то есть как кит. Делать селфи нелегко. Мало того, что надо следить за выражением лица, так еще и телефон вечно норовит выскользнуть из рук. Ну вот, теперь на нем остались вмятины. Подруга уже спешит на помощь с пистолетом. Она что, хочет совсем его убить, чтобы не мучился? Нет, она предлагает сделать селфи-чехол. Телефон оборачиваем фольгой. Распечатанное круглое фото обводим на задней панели. И выделяем камеру. Обильно смазываем фольгу жирным кремом. И приклеиваем фото посередине. Далее рисуем термоклеем узор вокруг фото. Делаем лепестки и завитушки, которые образуют целое кружево. Следим, чтобы все детали были скреплены между собой. Узор должен представлять собой сетку. Делаем клеевую рамку вокруг фотографии, чтобы она хорошо держалась. Тщательно проклеиваем боковины, чтобы телефон не выпадал из чехла. Когда клей застынет, снимаем чехол с фольги. Раскрашиваем цветными лаками для ногтей. И одеваем на телефон. Таким ярким чехлом всем сразу ясно, чей это телефон. И делать с ним селфи одно удовольствие. Теперь телефон точно не выскользнет из рук. Подруга обожает игры в гонки. И играет в гонки часами. Но, похоже, ее автомобилю срочно нужна дозаправка. У меня есть специальная бензоколонка. Берем лист фоамирана. Обводим на нем чехол для телефона. Вырезанный силуэт машинки прикладываем к чехлу. Ее размер должен соответствовать размеру чехла. За пределами остаются только колеса, а камера не должна быть перекрыта. Обводим машинку по контуру, вырезаем. Из голубого фоамирана делаем стекла. Из черного два колеса. Приклеиваем машинку к чехлу. И добавляем детали. Зарядное устройство оборачиваем красным фоамираном. Рисуем на нем счетчик топлива со стрелкой.
и вырезаем канцелярским ножом. Отрезаем лишнее и приклеиваем фоамиран. Черным маркером дорисовываем детали. Одеваем чехол на телефон и подключаем зарядку. Подруге нравится моя карманная заправка. Вот только залежи нефти найти трудно. Или хотя бы розетку. Заправка есть, а бензина нет. Все разговоры станут мягкими и нежными, если твой телефон оденет наш мягкий чехол. Берем прозрачный чехол и наклеиваем на него цветные помпончики. Мягкий чехол просто удивительный. Что за чудеса? Ты говоришь с ковриком? Да нет, это мой мягкий чехол. Какая прелесть! А у меня есть свой пушистик, милый розовый чехол Банни. За основу берем белый чехол и красим его розовым лаком для ногтей. Готовим пушистый хвостик, приклеиваем его к нижней части чехла. Из тонкого картона сделаем ушки. Вырезаем 4 такие же детали из розового фетра и склеиваем две половинки. Между ними для жесткости вклеиваем картонную основу, чтобы ушки не повисли. Приклеиваем к верхнему торцу. Заячий чехол готов? Подруги придут в восторг, ведь им так нравится все розовое и пушистое. Как мой новый чехол. Твой старый чехол потерял вид? Обнови его всего за несколько минут при помощи подручных средств. Приклеиваем разноцветные пуговки плотно друг к другу. Закрываем всю поверхность. Мы взяли одинаковые детали. Но можно подобрать пуговицы разной формы и размера. Создаем узор, используя яркие цвета. Просто и практично. Чехол не будет выскальзывать, и его приятно держать в руках. У нас есть один чехол, которому просто необходима реанимация. Превратим его в симпатичного медвежонка. Красим его светло-коричневой или бронзовой акриловой краской. Обмазываем фольгу жирным кремом. Выдавливаем термоклей толстым слоем. Продавливаем зубочисткой и детали мордочки. Добавляем клей, чтобы сделать носик. Обозначим ноздри. Окрашиваем мордочку лаком кремового цвета. Покрываем носик черным. Прорисовываем детали. Делаем ушки. Выдавливаем 2 клеевых круга. Окрашиваем их в темно-коричневый. Серединку делаем кремового цвета. Ножом аккуратно снимаем детали с фольги. Всего нам понадобится 5 элементов. 2 ушка, 2 глазика и носик. Фиксируем их на чехле. С помощью термоклея мы обновили чехол и превратили его в такого милого медвежонка. Есть идея, как превратить обычный однотонный чехол в праздничный торт. Давай сделаем сладкую сказку. Фигурную силиконовую форму смазываем вазелином. Наливаем термоклей. Вытаскиваем затвердевшие заготовки для сладостей. Покажем еще один способ, как сделать клеевые коржики и пироженки. Смазываем поверхность вазелином. Выдавливаем клей. Горячим носиком продавливаем спираль. Фиксируем прямоугольные клеевые заготовки. Наносим на них диагональные клеевые полосы. Постепенно получается форма маршмеллоу. Обрезаем лишнее. Раскрашиваем конфетки и пироженки разноцветными лаками для ногтей. Размещаем сладости на чехле. Фиксируем термоклеем. Украсим чехол зеркальными бусинами и маленькими жемчужинками. Приклеиваем каждую по отдельности. Добавляем более крупные жемчужные полубусины. Остальное пространство заполняем украшениями пастельных тонов. Не любишь перламутр, тогда чехол можно покрыть специальным матовым покрытием. Еще одна идея, как быстро обновить гардероб для твоего телефона. Мы превратили старый чехол в заветную мечту сладкоежки.
Подписывайся, жми лайк, не забудь кликнуть на колокольчик, чтобы точно знать, когда выйдет новое видео.